На третьем участке референдума голосовали в праздничной атмосфере. Шымкентцы пришли отдать свои голоса по поправкам в Конституцию с отличным настроением. Избирательная комиссия и председатель участка отметили активное участие горожан в референдуме. У нас зарегистрированы 2393 избирателя. Из них 1938 проголосовали. Также мы собрали голоса у содержащихся в изоляторе временного содержания. У нас созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями. Мы установили для них специальную кабинку и поставили дежурных, которые сопровождали людей с инвалидностью. За ходом референдума в Шымкенте следили 12 международных наблюдателей, двое из Кыргызстана, остальные – граждане Узбекистана. Иностранные делегации находились на участках с 7 часов утра до 8 часов вечера. Проведению и организации голосования они дали достаточно высокую оценку. Мы с утра посетили 9 участков. Заметим, что жители принимают активное участие. Подготовка на очень высоком уровне. После завершения своей миссии мы возвращаемся в страну. Мы приехали в Казахстан 3 июня, посетили около 10 участков. Никаких нарушений не заметили. Жители Шымкента активно участвуют в голосовании. В Центральной комиссии референдума озвучили предварительные итоги голосования. 77% казахстанцев проголосовали за, 18% против поправок. В 1% бюллетеней отметили оба варианта ответа. Их признали недействительными. Окончательные итоги референдума озвучат позже. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».